Здравствуйте. У берегов Анталии 5 апреля затонуло коммерческое судно Joy 2 под иностранным флагом, которое следовало в порт в Украине. В настоящее время идет поисково-спасательная операция, однако спасателям очень мешает шторм на море. Об этом сообщает турецкий телеканал ТРТ «Хабер». Немного подробностей. Речь идет о коммерческом судне под флагом Гвинеи-Бисео. Оно направлялось из турецкого Искандеруна в Измаильский порт Украины. Власти Анталии указали, что корабль затонул у берегов в районе Кумлуджа. Корабль начал тонуть в ночь на 5 апреля и в 3 часа 47 минут подал общий экстренный сигнал бедствия на ближайшие суда в районе, сообщили в управлении береговой охраны. После получения этого сигнала к месту происшествия отправили корвет, 7 лодок, 2 вертолета и самолет из состава береговой охраны. Известно, что в результате инцидента погибли 3 человека. Трое получили ранения. Сейчас идет поисково-спасательная операция. Однако работе спасателей мешает шторм на море. Всего на судне в момент крушения находилось 14 человек. Сейчас установлены имена всего экипажа. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше новостей о Турции, вы можете подписаться на наш канал. Также вы можете поставить лайк и написать комментарий, чтобы помочь нам в развитии канала. До новых встреч!